после славной битвы в лесах, Дан Ван Мих вернулся в свою столицу Рибе, где, оставив солдат, которые не помещались на борт его судна, отправился в плавание для покорения новых земель. Путь его лежал в соседнее государство под названием Фризия. Когда судно Дан Ван Миха проплывало мимо Кеннемера, одна из его спутниц сказала, насколько сильно она ненавидит это место. Заинтересовавшись ее историей, Дан Ван Мих попросил Брюхильду рассказать поподробнее, что именно ей так сильно ненавистно в этом городе. Брюхильда рассказала, что до того, как сюда пришли датчане, а позже и фризы, этой крепостью владели франки. Они навязывали крестьянам свою религию и вели достаточно жестокую политику, поэтому когда датчане отбили эту крепость, фризы не были против. Хотя, конечно же, свободу фризам за бесплатно никто не давал. Фризы по сей день вынуждены платить дань датчанам за то, что мы когда-то даровали им свободу. Но на территории Фризии до сих пор много датчан, которым не нравится фризский король. И они, свободные датчане, не согласны жить под его знаменами. Доплыв до славного порта Дорестад, Дан Ван Мих направился в царские покои, дабы повидаться с главой Фризии. Но, к великому сожалению Дан Ван Миха, лорда Фризии там не оказалось. Поговорив с одним из придворных, Дан Ван Мих попытался настроить дипломатические отношения между двумя государствами. Но придворные оказались глупее, чем он думал, поэтому они не смогли ему помочь в этом сложном политическом действии, чем вызвали немалый гнев Дан Ван Миха. И в будущем, раз они не хотят говорить языком дипломатии, с ними придется говорить языком меча и огня. Бродя по землям Фризии, Дан Ван Мих наткнулся на маленькую ферму, которая напоминала ему о его молодости, когда кроме фермы у него не было никакого другого пути заработка. Осмотрев ферму, Дан Ван Мих отправился к дому управляющего, чтобы помочь чем-то бедным крестьянам. И хоть работа фермера недостойна Дан Ван Миха, он никак не мог сопротивляться порывам ностальгии и воспоминаниям о его славной молодости. Поэтому он с радостью схватил вилы и как маленький мальчишка побежал выполнять ту работу, что дал ему глава фермы. Весь уставший, изнеможденный, с ноющими руками и с несгибающейся спиной, Дан Ван Мих выполнил поставленную задачу. Он вспомнил свою юность, он вспомнил, за что он боролся всю свою жизнь, и вспомнил, кем являются те, кого он защищает. После исследования земель Фризии, Дан Ван Мих отправился к новым берегам, к берегам более таинственного, до сих пор неизвестного острова под названием Англия. Остановился Дан Ван Мих в порте по имени Дунвик. Это был славный городок английского типа, который вскоре падет под натиском датских солдат. Но пока что это всего лишь далекие планы. Сейчас же Дан Ван Мих ищет себе соратников на новой земле, готовых идти за ним в любое пекло. Направившись в таверну, Дан Ван Мих встретил соратника. Это настоящий сакс, который терпеть не может проклятых бритов. И он, как никогда,
понимает всю ситуацию тяжелой политической обстановки между двумя нашими государствами. Он будет служить неверную службу и точно не будет являться лишним в моих рядах. Земли бритов столь далекие, столь непонятные. Только на их землях существуют отдельные, с виду небольшие деревеньки, где живут полулысые мужчины, которые называют себя аббатством и поклоняются их богу. И хоть они и являются легкой добычей, что-то в сердце Данванмиха заставило пройти мимо этого беззащитного монастыря. Исследуя новые земли, король наткнулся на хижину в чаще, что было так похоже на те, что стоят в его родном городе Рибе. Но король не ожидал, что вместо добрых слов или теплой встречи на него выбежит разъяренный воин, не желающий ничего слушать. И желавший, кажется, только одного — смерти королю. Берега Англии оказались жестоким местом, которые не раз заставили короля пожалеть о том, что он решил совершить это плавание. Побежденный, изможденный, Данванмих ринулся галопом по всей Англии, дабы искать союзников, дабы найти людей, которые будут следовать за ним, чтобы освободить Англию от раскола и соединить ее под единым знаменем Дании.